Приветствую вас на канале Тонечкины рецепты. Сегодня мы будем готовить торт «Медовик». Для его приготовления нам понадобится: для приготовления теста 4 стакана муки, 3 яйца, 1 чайная ложка соли, полстакана сахара, 8 столовых ложек меда, 1 чайная ложка соды, 100 грамм сливочного масла. Для приготовления крема нам понадобится 1 килограмм сметаны 15%, 1 стакан сахара. В кастрюлю добавляем сливочное масло, сахар, соль, мед, ставим кастрюлю на маленький огонь. Постоянно перемешиваем массу до тех пор, пока сливочное масло полностью не растает. Добавляем соду и хорошо перемешиваем. Выключаем огонь. Добавляем в кастрюлю яйца. Все перемешиваем. Постепенно добавляем просеянную муку до тех пор, пока тесто не станет по консистенции как густая сметана. Готовое тесто
Выкладываем в форму, смазанную подсолнечным маслом, ровным слоем. Выпекаем в разогретой духовке на 180 градусов 40 минут. Готовность коржа проверяем следующим образом. Если при протыкании ножом на кончике ножа не остается теста, значит корж готов. Даем коржу остыть и вынимаем его из формы. Разрезаем корж на 4 части. Готовим крем. Сметану смешиваем с сахаром до полного растворения сахара. Каждый корж смазываем сметанным кремом. Затем смазываем кремом верх и бока торта. Ставим готовый торт в холодильник на ночь или на 10-12 часов, чтобы он хорошо пропитался.
Приятного аппетита!